Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами нашими новыми успехами. Это второй мой видеоотчет о том, как мы работали с Давидом и какие изменения произошли у нас. Ну, первое, что я заметила, это так как у нас сейчас зима, мы ходим на зимнюю площадку. Я сразу обратила внимание, что девочки стали более активно подниматься по ступенькам, ориентироваться в пространстве, то есть, потому что там много всяких труб, по которым скатываться, горочек. В общем, они стали ориентироваться в пространстве, конечно, лучше. А затем одна из девочек, Вика, она наконец-то, так как наша бабушка живет по соседству с нами, она наконец-то стала проситься в гости к ней. А до этого это было бесполезно. То есть ребенок заходил в дом чужой и тут же кричал, что надо домой назад идти. А сейчас она ходит к ней в гости и даже сама просится, то есть показывает, одевает одежду, показывает, что ей надо туда идти, именно к бабушке. В общем, это радует. И тоже это как бы необычно и радостно. Наконец-то ребенок понял. И еще что немаловажно, так как дети у нас очень гиперактивные, очень, и я не скрою, что ближе к вечеру, чтобы хоть что-то сделать, я сама давала им телефоны. Каюсь, да, но я давала им телефоны, чтобы хоть что-то сделать, чтобы хоть немного полежать, чтобы хоть немного отвлечься, чтобы они были чем-то заняты. Так вот, эта потребность у нас прошла. То есть я абсолютно не даю телефоны, ну, может быть, иногда там чуть-чуть поиграть в какую-то игру. А так потребность эта у нас исчезла. То есть они спокойно смотрят какие-то передачки, ну, могут, конечно, побегать, попсиховать немного. Ну, в общем, как сама потребность именно телефона, вот эти психи, то, что дайте мне телефон, утыкание в угол и сидеть с телефоном, вот это у нас прошло. Это очень радует. Это самое радостное из всего, что произошло на данный момент. Ну, в общем, пока все. Будем надеяться еще на более лучшие улучшения. Огромное спасибо, конечно, Давиду. Мы очень благодарны. И будем надеяться на дальнейшую работу с вами. Все, спасибо.